Маяк Колумба – одна из самых спорных достопримечательностей Доминиканской Республики. Расположен на окраине Санто-Доминго, в районе, где туристам гулять не советуют. Место действительно произвело странное впечатление, симпатичным его точно не назовешь. Внушительных размеров сооружение трудно назвать маяком, для этого нужно очень богатое воображение. Сложно сказать, что здание выглядит эстетично. Здание маяка пугает своим масштабом и стилистикой. Это огромное сооружение из бетона сильно напоминает советские радиолокационные станции. На стенах мемориального комплекса установлены мраморные плиты, на которых нанесены изречения Колумба и других выдающихся людей. Вокруг маяка разбит сад, который тоже вызывает больше недоумения, нежели восторг. Строительство маяка продолжалось 6 лет, из казны было потрачено около 70 миллионов долларов. Это монументальное здание построено в форме христианского креста. Внутри находится музей и мавзолей с останками Христофора Колумба. Аналогичные мавзолеи можно встретить также в Генуе и Севилье, но, конечно, жители Доминиканы уверены, что место захоронения путешественника находится именно в Санто-Доминго. Сооружение называется маяком из-за мощных прожекторов, которые установлены на крыше. Их 157 штук. Когда они включены, в темном небе высвечивается изображение креста. В связи с высокой стоимостью электричества подсветка включается только два раза в год – в день открытия Америки и в новогоднюю полночь. В период нашего нахождения в Санто-Доминго маяк был закрыт, поэтому внутрь попасть нам не удалось, пришлось довольствоваться внешним осмотром.